Такс, все, камера вроде зарядилась. Так, в общем, мы тут узнали то, что то здание находится далековато оттуда. И, в принципе, дойти-то мы туда дойдем. Только вот вопрос в целости или в сохранности. Кстати, нам повезло, что тут была розетка, и еще она работала. А то так бы камеру и не зарядил бы. Такс, ладно. Электричество пока что работает, это хорошо. Более-менее работает, да. Ну, конечно, со временем все хуже, но, в принципе, оно работает, и ладно. Ладно. Нам нужно куда-то туда, насколько я знаю. Вот. Нам нужно просто идти и искать такие районы, там, где большие здания. Вот, я нашел, походу. Знаешь, что тут было, я нашел? Ну? Гранату. Иди сюда. Блин, я не могу выйти. Меня дверь прищемила. Я в машине был, скорой помощи. А, все, иду. А ты куда убежал? А, ты вон. Иди сюда. Глянь, что я нашел. Это граната. Вот. Держи. Еще тут вот антидот тоже был. Ты куда? Дали ему проверить гранату. Я шумом зомби привлек. Гениальный человек. Беги, беги. Я думал, ты какую-то мне пустышку дал. Так, смотри, вот, я нашел эти районы, насколько я знаю. Подожди, я не могу бежать, мне покушать надо. Так, ты где? Все, бегу. Вот, на, держи. Так, я из рюкзака еще еды возьму тогда себе. Так, у меня здесь есть медикаменты на всякий случай. Но они мне не особо помогут. Так, автобус какой-то. Автобус. Ладно. Выпью пока более утоляющее, может поможет. Автобус. А что в автобусе? Стой, в автобусе же хлебушек был. Да? И молоко! Ты пропустил очень полезную еду для нас, которая очень важна. Помнишь, он говорил вот про эти два здания? Вот в этом здании были какие-то опыты, еще-то было. Тогда смотри, давай разделимся. Я пойду в то здание, ты пойдешь в это. Это же бункер прежний был. Еще у нас рации есть, поэтому... Ага. Иди в это каменное, я пойду в то. Такс. Хорошо. Заяц! Живой. Такс, ладно. Зайца испугался. Под ковром что? Под ковром ничего нет. Так. Так, тут. Рычаг какой-то. Вот здесь вот что, бассейн. Чего? Прием. Как слышно? Все нормально. Что такое? Иди ко мне, я нашел, кажется, что-то секретное. Подожди, я тоже. Разделимся. Я пойду вниз туда, ты пойдешь туда, понял? Хорошо. Странное место. Тут опыты, походу, нас кем-то проводили. Здесь пивасик, водочка. Прием. Тут здесь есть много воды. Пивас и хлебушек. А еще у меня нету места. Так ладно, выкину всякую какашку, которая мне не нужна. Тут очень много антибиотиков разных. Ого! Так, я выкину все ненужные вещи. Вода, это хорошо. У меня есть достаточно воды. Еще вода. Вот, у нас теперь воды и еды вообще достаточно. Такс. Что у меня есть ненужное в рюкзаке? Вот это. Что тут происходило? Какой-то генератор. Огромный причем. О, нет. На. Ух. Я все в рюкзак складываю. Такс. Цветок, забор, откуда оно у меня? Ладно.
Какой-то сундук, он весь во льду. Прием. Черт. Черт. Фонарик. Открываю. Хорошие новости. Прием, прием. Хорошие новости. Прием. 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 Я нашел антидот. Тут дофига воды, еды. И, ну, я тут не то чтобы дофига, но неделю жить можно. Чит, у тебя там как? Я иду к тебе. Чит. Я нашел оружие, очень много оружия. И это бензопила. Я нашел бензопилу. Что? У меня уже места не хватает. У тебя там безопасно? Сейчас... Да, у меня безопасно. А! Так, тут я, тут есть медикаменты. Тут есть медикамент, который дает. Медикамент, который дает ночное зрение. Я его тоже нашел. Неси все сюда. Ой, как много патронов. Хотя патронов много не бывает. Чёрт. Что тут были за опыты, чертовы? Так, идем вниз. Господи. Что это? Урон. Два фонарика. Так, ладно. Ай. Еще зелья. Они все... Так, вот какие-то нехорошие зелья. Поднимись, срочно, поднимайся. Я, кажется, понял, бегу, откуда сейчас, пришел сейчас. Вирус к нам. Откуда? Поднимайся выше. Сейчас, я уберу все. Смотри, иди сюда. Хотя, что тут было? Да что ж ты? Вот что там было. Бита? Какая бита? Что такое? Вот что там было. Смотри. А еще оружие какие были? Держи. Вот это было. Какие от него там патроны? Скажи. Вот, я взял. Две обоймы. На. Ух. Полегче будет. Так. 30 РНД. 5.56. Пригодятся. Что это такое? Ночное зрение, так я уберу. Капец, эта пушка мощная. Я просто с нескольких выстрелов убиваю. Ну, давай обмен. Я тебе эту, ты мне эту. Аук. Вот, название оружия. На. Патроны. Там 5, вот они это все. А, патроны у меня, оказывается, находились. Все, давай, пошли отсюда, а то я уже не хочу там быть. Это что, тепловизорный прицел, типа, ладно. Я на выход иди иду. Иди ко мне, спустись вниз, и ты должен это видеть. Я понял, откуда вирус к нам пришел-то. Давай, иду. Так, яблоко можешь съесть. Смотри. Была кнопка. Если не нажать... Подожди. Не работает. Ого! Я теперь могу за тобой наблюдать. Смотри. Тут зомби. Я вижу. Все, что видишь ты, вижу я. А, ты планшет надыбал, да? Ну ты гад. Я его нашел. Thank you.
сильно разряжается. Очень быстро. Так, иди сюда, иди ко мне сюда. Ли. Наверх. Возьми тут зелье и парочку. У меня и так их много, не надо. Всё. Ночного зрения, тогда нам с тобой. Всё, пошли на выход наверх. Исцеление, оно не очень нужно. Зачем ты мне слабости дал? У меня есть антидот, это главное. У нас проблемы. Закрывай, чтобы оттуда ничего опять не вылезло. Блин, а у бензопилы-то... На! Ни хрена у него урон. Давай, давай, я там же. О, пришел. Ладно, мы ночью. Ночью это не очень хорошо и не очень приятно. У бензопилы еще есть этот, эта фигня. Я стирается. Бензин. А, так, на меня напали. Стоп. Черт, где он? Его же сейчас сожрут зомби. Блин, надо антидот ему отдать. Ой, мам, меня слышно? Нет, 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 нет. В голову антидот. Все, я выживу. Я выживу, так, все. О, как хорошо-то. Стоп, а где Рус? Он выжил? Он выжил или как? Что с ним случилось? Черт. Так, ладно. Ладно, пофигу. Так, надо дождаться дня. Сейчас я найду место, где поспать. Найду место. И завтра утром спасу Руса. Так, все. Тут я, пожалуй, досплюсь. Тут и карта есть. Все. Так. Засыпаю. Я ложусь спать. Так. Все, уже утречко. Так. Ох, хорошо-то как. Блин, нужно отыскать его. Сначала посмотрю, что я в полете, потом пойду туда. И так прочищу всю территорию. Потому что вчера было очень опасно идти за ним. Но вряд ли его кто-нибудь съел. Пожалуй, пойду отсюда, чтобы проблем не нахвататься. Так, эту зону я потом прочищу, даже если это понадобится. Кстати, вот вход и выход из города. Мы-то там через заборы лазили. Какая-то книжка. Ладно, потом он узнает английский язык. Он мне поможет. Так, сейчас надо погреться. Ах.
то как-то холодно тут. Так, где это место, которое он мог быть? Связь была плохой, значит, он где-то тут, по-любому. Не мог же он далеко уйти. Что это? Черт. Так, ладно, не будем голову брать. Его там не может быть, потому что трупы и скелеты старые. Его там не может быть. Не-не-не. Грузовик какой-то. Что? РПГ? Стоп, серьезно? Какое оно тяжелое-то. Вау. Ладно. Пусть лежит. Ладно, голова просто заболела так. Пришлось постоять чуть-чуть. Так я так и не понял, что это такое. Блин, надо было поесть, не тратить медикаменты. Что-то тут как-то все странно. Где мой определитель радиации? Я его не взял. Где детектор радиации? Ладно. Ладно. На всякий случай надену эту маску. Ну не может же он быть тут. Черт. Огонь. Так, мусорка. Где же он? Сейчас тут кровь. Так, это тот, кто тут сидит. Эй, ты кто? Ау! Черт, стрелы. Тут нету радиации-то. Ладно, не будем рисковать жизнью. Черт. Ты кто? Черт, на нем одежда руса. Где тогда Рус? Или это он? Ладно. Так, ну не могло же с ним что-то случиться. Черт. Ау! Пока, блин, выломаешь. Давай, давай, толкай ее туда. Давай, давай, на себя, на себя, на себя. Добрячком, добрячком. Так, найс. Так. Так, нет у меня кирхи-то нигде. Черт. Сейчас, Рус, если это ты, берегись, давай, я тебе сейчас помогу. Давай, давай, давай. Держись, держись. Держись, давай, отодвинул. Все, беги. Давай, пошли, пошли, нам еще здание надо. Ты что стоишь? Ты охренел, что ли? Это зомби! Застрелить его нахрен. Того зомбаря. Как она тебе? Все. Я его убил. Я его убил. Я его взорвал. Нет. Он. Все. Это я его взорвал. Я его взорвал. Черт. Нет. Он
что, он превратился в зомби? Нет. А что он делал? Что он делал? Что он делал? Базу, и мне надо просто переварить, что происходит. Ладно, ребят, думаю, пока что на этом хватит. Вот, надо еще найти зарядку, а то уже 30% на камере. Сейчас надо убежать отсюда. Блин, я на базу тогда. Сейчас найдем базу, я поставлю на зарядку и, в принципе, разберусь тут как-нибудь. Сейчас, надо найти зарядку. Охренеть, РПГ. Я его сначала взорвал, он потом полз на меня, начал стрелять. Нет, Москву накрыло. Москву накрыло этим. Там пипец затоплен. После сотни рейсов отменены. Короче, там Вега сплавит, что такое. Дождь придет. Сейчас я. Ладно, наплевать. Переночую тут как-нибудь. Главное повыше подняться. И туда, куда зомби доберутся. И... проблема решена. Черт, завал. Ладно, хрен с ним. Сундуки. Так, еще одна книжка. Сколько же тут книжек? Кстати, забрали все. Встретимся в следующей серии.